образцовый коллектив «Студия современного танца «Витамин». Нашим домом является дворец культуры Северского трубного завода. А местом нашего рождения – город, окруженный горами на стыке Европы и Азии. Город, воспетый сказами Павла Петровича Бажова. Город Полевской. Может, поэтому наш танец окружен некой тайной дымкой-завесой. Нашему коллективу 11 лет. 11 лет бесконечного движения в пространстве и времени. Где, танцуя, мы переносимся из одной эпохи в другую. С одного континента на другой. Где мы познаем себя и свои способности. Где мы взрослеем, смеемся, танцуем, дружим, фантазируем, падаем, встаем, бежим, но остаемся неизменной себе. Мы живем движением в постоянном процессе развития. Пожалуй, в этом и заключается уникальность нашего коллектива. На приглашение принять участие в проекте «Гордость страны» мы, конечно же, ответили согласием. Так как знаем, что каждый проект подобного уровня – это шаг вперед, шаг к совершенству, шаг к новым знаниям. Искусство танца слишком широко, чтобы ограничиваться только какой-либо одной системой. И поэтому мы приедем учиться, мы приедем делиться опытом и своими знаниями. Мы приедем получить новые ощущения и эмоции. Мы пытаемся понять и использовать все знания из настоящего о танце, чтобы делать открытия в будущем.